Друзья, всем привет! Я сегодня покажу эффективную маску от прыщей. Это могут быть на лбу или еще где-то в каких-то местах, то есть от высыпаний. То, что я покажу, это белковая маска, дает очень быстрый эффект, и косметологи тоже рекомендуют эту маску в борьбе с прыщами, а также для очистки, если есть загрязненные поры. Для приготовления нам потребуется один белок, ложка спирта или водки, покажу в каких пропорциях, и несколько капель обычного йода. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Взбиваем белок. Добавляем туда чайную ложку водки. Если берете спирт, то возьмите 1/3. И нам нужно добавить туда 4 капли йода. Все, готово. Тщательно перемешиваем, чтобы все компоненты между собой растворились. Теперь берем кисточку удобную. И если, например, на лбу, начинаем наносить, где у вас есть высыпание. Наносим несколько слоев. Подождем чуть-чуть, хотя бы минуточку. После того, как подсохнет, наносим второй слой. И так до 5 слоев. Если у вас есть черные точки, то есть расширенные еще поры, такие загрязненные, то можно нанести вот на эти места тоже несколько слоев. Дать немножечко просохнуть. Быстро она, кстати, сохнет. И наносим еще один слой. Выдерживаем примерно около 20 минут, а затем смываем. И эта маска, значит, очищает, подсушивает и очень быстро избавляет от прыщей. Маска у меня подсохла. Если вы нанесли много слоев, то можно ее просто отодрать. Но так как кожа у меня очень чувствительна, то отдирать я не буду, я просто смою. Но если у вас кожа к таким процедурам относится хорошо, то без проблем, просто сдираете и все. Я же смою. Все, я смыла. Вы знаете, я вот этим способом очень быстро избавляюсь от прыщиков, буквально за ночь. Но сейчас у меня их нет, и, конечно, доказать это мне невозможно. Так что делитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.